Эй, всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун здесь. Продолжаем же приходить разные моды на Friday Night Funkin'. И сегодня будет весьма пикантный мод. Как вы знаете, у меня на канале очень даже неплохо заходили разные FNAF-пародии на тематику аниме, то есть 5 ночей в аниме. Я снимал и первую часть, и вторую часть, и кучу разных ответвлений и фанатских самоделок. А теперь представьте, что будет, если 5 ночей в аниме смешать с Friday Night Funkin'. Получится вот это. Та-дам! Friday Night Funkin' FNE Remix, то есть 5 ночей в аниме на тематику Friday Night Funkin'. И уже здесь можно наблюдать... Это Фредди, да? Это замечательный Фредди, судя по всему. Маленький Фреддик в шляпе. Именно в формате девочки. Все персонажи в основном в аниме, в 5 ночей в аниме, это девочки. Погнали начинать, посмотрим, что это такое. Ну чё, пацаны, аниме? По сути, здесь все песни те же. То есть данный мод не меняет песни, не меняет стрелочки, он меняет лишь оформление. И на это дело мы сегодня будем смотреть. Первая неделя. Так, давайте на нормале постараюсь все пройти. Хотя туториал, интересно, есть ли смысл проходить. А давайте тоже его парочку стрелок здесь пройдем. Та-дам! Так, мы играем, видимо, за охранника. Ну, понятное дело, по шапке, да? По кепке. Причем за девушку. Right. Left. Right. Слушайте, вообще шикарно. То есть визуальное оформление просто божественное. Качественная проработка, все сделано и прорисовано вручную. В принципе, на этом можно обучение закончить. Давайте посмотрим на первую неделю. Да, кстати, огромная благодарность за этот мод Сергею. Он предложил мне его в группе ВКонтакте. Напоминаю, что все желающие могут предложить мне какой-то мод на прохождение. Для этого нужно перейти по ссылочке в описании под видео. Там есть ссылочка на обсуждение в моей группе ВКонтакте. И там вот все это дело предложить. Там уже куча всего предложено, так что вы там не растеряетесь. Главное правило — это нормально приписать название и правильную прямую ссылочку на скачку этого мода. Если он хороший и, в принципе, играбельный, то я его отыграю. Если же то, что вы хотите предложить, уже там предложено, просто лайкните пост, я определю, что вы хотите то же самое. Итак, погнали. Первая неделя, нормал. Против кого мы там? Против Бонни, что ли? Это Бонни. Точняк, это Бонни. То есть папочку заменяет здесь Бонни. Слушайте, очень необычно. Еще этот мод интересен тем, что он, видите, полноэкранный. То есть я ничего здесь не растягивал, он вот такой вот и есть. И за счет этого картинка кажется более сочной и более яркой. Я вот думаю, что я, наверное, не буду прям все песни отыгрывать. Думаю, что по парочке песен, и все будет замечательно. Я вообще, на самом деле, больше стараюсь смотреть на, на наших аниме-аниматроников. Так, вторая песня. Yeah.
Так, 11850 очков у меня уже набралось. В принципе, рейтинг у меня неплохой. Рейтинг у меня A. Промахов пока нет. Ну, блин, это нормал. На нормале стыдно промазывать. И вот мой первый промах, да. Заболтался. Два промаха. Ну вот и все. В принципе, можно, наверное, выйти, на этом закончить. Давайте перейдем к следующей неделе. Посмотрим, кто же там представлен. Оу! Это не Бон-Бон случайно? Подождите. Здорово! Фантайм Фредди и Бон-Бон. Замечательно. Почему я сразу не догадался? Кто у нас обычно в паре из аниматроников? Так, погнали. Знаете, я так давно не играл в оригинальный Friday Night Funkin' в оригинальной неделе. В последнее время все, что я делаю, это моды снимаю. Поэтому так отвык от оригинальных песен, они здесь реально... Ну да, в этот раз я немножко хуже сыграл. Но моя задача вам показать этот мод, я попробовать его пройти. Я просто данный мод не вижу смысла проходить, наверное, как-то на харде или еще как-либо. Потому что песни, по сути, здесь те же самые. А я проходил наш на стриме всю игру на харде. Так что, в принципе... Достижение пройти все на харде у меня открыто. Ха-ха. Не вижу смысла еще раз мучиться. Но. У него вторая песня больше всего нравится мне. Да. Попробуем ее пройти. Или нет, не вторая, а третья. Или нет, вторая. Все правильно. Да, вот она. Я помню, на ней очень сильно тогда в свое время страдал. Вот на этих местах. А, боже. Так, тихо. Ну да, конечно, я жутко сейчас просадился, но главное, что я не побежден. БГГ! Что-то я немножко сбиваюсь с ритма, потому что музыка как-то по-другому звучит, по-моему. Нет? Так, ладно. С этим мы закончили. По-моему, музыка здесь немножко то ли опаздывает, то ли наоборот наперед идет. Я ориентируюсь по звукам, но стрелки идут немножко не в попад с музыкой, и из-за этого я сбиваюсь. Ладно. Это всего лишь жалкие оправдания. Считайте, что я лузер и не прошел. Ладно, шучу, я прошел. Я не такого приходил. Так, во. Третья неделя. Это у нас вместо Пико, да? Это что, Фокси? Фокси вместо Пико? У него тоже есть мушкет. Ну как, у Пико был УЗИшка была. А здесь мушкет. Здорово.
Ну чё, Фоксян, давай с тобой сыграем. Ты только у меня шальную пулю не засади, окей, братиш? Обращаю ваше внимание, что еще и задники, и все поменялось. То есть это вам не просто поменяли там модельки вот эти вот главных героев, нет. На заднем плане город. И Фреддис. Там что, видимо, какая-то кафешечка, посвященная Фредди. Но я не думаю, что это Фазбер Пицца, да? Фредди Фазбер Пицца. Потому что там изображен Фокси. Или Фредди. А, все правильно, там Фредди изображен. Ха-ха-ха, весело-то как. Ну что, еще и поезда ходят? Но они, по-моему, раньше ходили, да? Так, давай. Еще одна песенка. Я помню, что какая-то песенка мне дико нравилась здесь. Последняя или... Да это вторая, уже не помню. Сейчас посмотрим. Возможно, будет третья. Знаете, кого здесь не хватает? Какого-нибудь аниматроника на заднем плане? Который бы там бегал, к примеру, просто. Пытался привлечь внимание, махал руками. Было бы очень здорово. А еще было бы можно придумать новую механику, например, нажимать кнопки и вовремя запирать двери. Во время того, что мы еще здесь что-то нажимаем, да? Представьте, нужно было реально еще не просто батлить здесь, а защищаться от аниматроников. Ну, по сути, мы что и делаем, что защищаемся как раз-таки от Фоксяна. Ну и главное, чтобы наша милая Фокси Тян не шмальнула меня нечаянно пулькой по голове. Все же два промаха, нормально. 79%, почти 80% у нас точности, рейтинг Б. Неплохо. Сейчас будет третья последняя песня, и она вроде бы как мне очень сильно нравилась. Я ради нее, по сути, пережил две первые песни. Итак, ready, go. Да, погнали. Да, вот она. Ну, разгон пошел. Та-дам! И вот еще одна песня в копилке. Ну, в принципе, Пику или Фокси мы полностью отыграли. Пять ночей в аниме. Friday Night Funkin' версия. Так, что у нас там дальше?
Значит, раньше была мамочка, а теперь это кто? Марионетка, что ли? Подожди. Это Рили марионетка. А по форме понимает мамочку, да? И глаза также светятся. Да! Ну, качество шикарное. А вот его челика, видите, в машине. За рулем. Вроде он не перерисовывал. А вот на заднем плане. Это кто? Там что, PewDiePie? Там на заднем плане, походу, реально PewDiePie танцует. Я сейчас не совсем понимаю, как здесь вообще начисляются мне очки. Почему у меня минус 28690 очков? Как? Почему? Чё-то я не въезжаю. Серьезно. Я вроде, ну да, я мажу, конечно, не до такой степени, что было минус 28 тысяч. Блин, 4 PewDiePie танцует на заднем плане. Я не знаю, по-моему, он еще и небо перерисовал, да? Небо. По-моему, немножко изменилась вот эта внешняя обстановка. Небо и время дня. По-моему. Хотя могу быть неправ. Давно играл уже, мог немножко подзабыть. Но забавно, что почти все аниматроники перерисованы были почти полностью с нуля. У них там свои черты лица появились, да? Понимаете? А вот марионетка... По-моему, у нее остались черты лица мамочки. И не просто черты лица, а телосложение. Да! Ну и что, последнюю песенку доиграем? Пуди. Ладно, не будем. Ха-ха. Этого хватит, потому что у нас еще там остались персонажи. Не хочу затягивать сильный видос. Что у нас еще осталось? Четвертая неделя. Во! Кстати, заранее говорю, что последняя шестая неделя здесь нет. То есть разработчик не менял сэмпая. И сэмпай, он, в общем-то, остался такой же с песнями и со всем остальным. А вот это, пятая неделя, конечно, можно поиграть. Но здесь только до, по-моему, насколько я знаю, до Лимона. До демона Лимона. Вау! А это кто? Это кто? Это не Эфтон случайно? Смотрите, у него желтые ноги. Он как раз в принт-костюме. Да, это Эфтон, походу, делал с ножом, смотрите. А до этого был папочка с пистолетом, вот теперь Эфтон с ножом. А кто с ним? Подожди. Так. Маленький Фредди сидит в чулочках. Наш охранник тоже решил одеть новогодний прикид. Новогоднее платьишко.
Зашибись. Бедный Санта, говорит, что здесь происходит? Так, а на заднем плане кто там? Подождите. На заднем плане Бэйби, Фантайм Фокси, Балора, Эннард. Да? Это вот с правой стороны. А с левой стороны там кто? Тоже какой-то фантайм-аниматроник. Подождите, Фредди, по-моему, фантайм, да? По-моему, фантайм Фредди на заднем плане, если я не ошибаюсь. Так, ха-ха. Слушайте, ну здорово. А кто у Эфтона на коленях? Вы знаете, это не его братишка, хотя нет. У него братишки сисек нет. Кто это? Причем этот Эфтон единственный, по-моему, мужского пола персонаж здесь. Так, вторая песенка, погнали. Все стрелки здесь почти одного цвета, такого либо розового, либо фиолетового, разной степени плотности. Из-за этого немножко неудобно. Раньше по цвету можно как-то было интуитивно понять, какая стрелка. Боковым даже зрением можно было это сделать. А, засмотрелся. Чёрт, засмотрелся на Эфтона и немножко потратил себе. Добавил два промаха. Ай-яй-яй. Так это получается, что я пытаюсь завоевать внимание Фреддика? Реально, я пытаюсь, получается, завоевать Фреддика внимание. Чтобы у нашей девушки была еще одна девушка. Воу, две подружки. Две girlfriend. Ну все, в принципе, демона он уже не стал менять, а также сэмпай он не стал менять. Поэтому, в принципе, это конец. Но мы его тоже, конечно, доиграем. Он же поет о чем-то хорошем, да? На рождественском. Он говорит, что я угощу вас всех. Угощу вас всех на праздник, потому что я добрый демон. Испеку я вам индейку. Приходите ко мне в гости. Вот. Ты-ты-ты-ты, сани, санты к нам летят. Я курицу вам всем запек. Носочки повесили на камин. Скоро Санта придет, и мы печеньки ему приготовили. Олени с носиком красный, бип-бип. Он же примерно такое поет, да? Он же поет хорошие, добрые вещи. Я знаю. Так, 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 так. Так, 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 так. Последние аккорды. Добрый демон. Yeah.
Да! Почти без промахов. Ну, в общем-то, и все. Дальше уже неделя будет абсолютно такая же, которую мы видели. Вот такой вот мод, друзья. Он чисто визуальный, но если вдруг вам нравится 5 ночей в аниме, и вам нравятся милые тяночки-аниматроники, сделанные в стилистике аниме-персонажей, и почти все женские, если вам это по душе, то непременно качайте данный мод, он будет в описании под видео, будет ссылочка на скачку, ставьте и приходите как будто заново, но уже вот в таком оформлении. Большое всем спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Это был Нептун, друзья, и разные моды на Friday Night Funkin'. Всем пока-пока!